Всем привет из Алании. Пятница сегодня. Отель Аладдин. Пляж Клеопатры. Набережная. И сейчас, господа, я вам покажу, как найти, кому нужен дешевый магазинчик. Купить мороженое или там колбаски какой-то поесть на вечер или еще что-то. Вы знаете, что там Мигрос находится, но я вам сейчас покажу более бюджетный магазинчик, который находится буквально в трех, ну, в пяти, скажем так, минутах ходьбы с этого места. Итак, здесь отель Аладдин, запомнили, да, мы переходим и идем в сторону как бы второй линии. Ну, заодно посмотрим, что по пути нас ждет интересного, может что-нибудь интересное увидим, только придется переждать. Послушайте музыку пока. Группа «Аллергия» вашему вниманию. Композиция называется «До завтра». И мы стоим на светофоре. Автобус на Манавгат погнал, а нет, на Анталию. Работают все магазины. Сейчас я вам время скажу, сколько сейчас. Так, остается у нас дорога на Домлатаж туда, отель Аладдин. Вот он, набережная Клеопатры. Вот она, мы ее прошли с 21 пляжа до этого места в прошлой части. Без 15:09 время. И мы идем смотреть, что здесь по пути. Напоминаю, что я вас веду в супермарк. Я, честно, уже забыл, там или БИМ, или А101. БИМ, скорее всего. То есть дешевый супермаркет с продуктами. Не помню, есть ли тут какие-то отели по пути. А вон Ангора, парикмахерские. Ларсенс Свит Хотел. Ларсенс. Золото, бриллианты. Блин, тут жарко. Ухожу дальше от набережной. И духота как-то больше здесь становится. До завтра! Deutschland. Блин, капец, как тут душно становится. Влажность высокая и жарко. Мы уже почти пришли. О боже, сейчас зайдешь в магазин, а потом с него, когда выйдешь, эта жара ощутится. Здесь, блин, магазины до 9, ёпарасоте. Вот это я, блин, чуть не прогнал. Я иду себе в развалочку. Я забыл, что 9 часов, ёлки-шпалки. Офигеть. Пришли. Здесь вторая линия у нас уже. И апарт-отель тоже, который называется Клеопатра Soul Star. Кто любит мультик про Кенни, Южный парк, привет вам, что-то я про него вспомнил. И магазин называется BIM. И он дешевый. Дешевые продукты, дешевле, чем в BIM. Вот, заходим. Внутри я выключусь. Осталось, блин, 10 минут практически.
еще я успел. Так. Это, блин. Хлеб я вам показывал. Я люблю вот такой вот, больше всего деревенский называется. Либо хлеб подорожал, я смотрю, кстати. Так. Слегка так. Вот это вкусно, вот это вот я все люблю. Так, хлеб взял. Что вам показать, господа? Вкусняшки. Это скумбрия. Лосось 18,90, 400 граммовый. Скумбрия. Филе 16,90, полкило 16,90. Это замороженная филешка скумбрия. Это котлетки. Вот. Говяжий. Да на, это говядина. Сладости до хренища любых. Кофе. Конфеты. Все, что хотите. Картофельные вот эти шип-шак, вот это прикольно. Это картофельное пюре в кляре. Надо ем его есть у меня в морозилке. Лахманджун. Мороженое. Курица 16,90 за кило целая. Вот такие запчасти разные есть и по 29. Забыл.